Вон автобус как раз на Фельдмана Экопарк поехал. Вот так они выглядят. И вот оттуда они отправляются. Оттуда, в смысле, от здания, перед зданием вот это, вот этим. Компас, космос, кто как называет. Это 16 ноября 17 год, Харьков. 9:37 по Киеву. Прямо в метро мне сейчас выдали. Проезд у меня бесплатный. На турникете очень милая девушка выдала мне такие вот брошюрки классненькие. Все службы Харькова. Надо будет сейчас домой прийти, это все перенести на видео, штука полезная. А вот это вообще прекрасно для меня, вот так точная вещь. Перечень, переименование объектов топономики. Только вчера потратил минут 10 на то, чтобы выяснить, что улица Красина теперь называется Манизера. 10 минут не так много, но все равно жалко. А позавчера полез смотреть, как правильно спуск Веснина или Журавлевский. И напоролся на сайт, который объяснял, что все-таки Веснина, все-таки Журавлевский. И в доказательство приводил мое же видео, снятое 4 года назад. В общем, сам на себя, сам себя в качестве аргумента и нашел. Ну, кстати, сайт указание авторства хоть сделал. Молодцы, редко это бывает. Ну, в общем, тоже это сейчас перекину все на видео. И будет шпаргалочка такая в интернете. И мне, и кому понадобится. Шестнадцатое ноября 17 год, Харьков.